Всем доброго дня, дорогие друзья. Мы уже занимаемся послеэтапными делами. Я хотел вам показать, что вчера просто была битва. Толяныч просто заходил как себе домой. Я к нему тоже, собственно говоря. В общем, малая. Где-то, кстати, вот эта часть осталась на Егоре. Ребята, отпишитесь. Может, там в музей повесите куда-нибудь ее. Так, ну с этой стороны более-менее все. В общем, готовимся сейчас. Повезем ее на зимовку. Ну что, малышка пока будет зимовать тут. Спасибо большое Тёмычу, Илюхе. Тут она в джунглях будет, в родном для себя по цвету месте. В общем, все, оставляем пока тут, посмотрим. Еще хотелось бы сказать отдельное спасибо Коляну и Factory за прицеп, за всякие ништячки. В общем, ребята нам всегда помогают всем, чем могут. В общем, им отдельный респект за это. Да, Катя? Да.